Буквально несколько минут назад поступила трагическая новость о известной российской певице и актрисе. 2 дня назад российская певица официально ушла из жизни. Родные и друзья стали готовиться к похоронам. Гроб спокойный находился дома, и родные по очереди дежурили около него. Вероятно, минувшую ночь дочь покойной запомнит на всю свою жизнь. Перепуганная женщина делится своими впечатлениями. Когда дочка подошла к гробу матери, то увидела, что у покойной присутствует дыхание. Дергаются веки глаз и шевелятся пальцы рук. Официально певица скончалась от остановки сердца. В научной медицине есть такое понятие, как синдром Лазаря. Синдром Лазаря – это самопроизвольное воскрешение, когда пациенты возвращаются к жизни уже после того, когда заканчиваются реанимационные действия. По статистике, треть таких людей может выжить. Именно это и произошло с героиней нашего видео. Но счастье воскрешения было кратковременным. Очнувшись и увидев, где она находится, певица изменилась в лице. У женщины было слабое сердце, и спустя несколько часов она скончалась от сердечного приступа. Теперь уже окончательно и бесповоротно. Этот трагический и уникальный случай произошел с известной российской певицей и актрисой, снимавшейся в таких фильмах, как «Бакенбарды», «Последнее дело Варенова», «Все это было-было». Как певица она выступала в ВИА «Поющие гитары» и объездила с гастролями весь Советский Союз. В возрасте 62 лет ушла из жизни певица Галина Баранова.